Вот третий раз, если. Напилили березу. Сейчас я сходил, но подъезда нету. Сейчас ему скажут. Все. Давай. Коты на дороге. Надо вот приучить их, как с собой брать. Ну пойдем, иди чай разогрей, там это, чай, говорю, компот. Все, день сегодня опять. Вот солнце закатывает идет, а мы только-только мало-мало поправились. Деревня. Тут болеть никак нельзя. Сейчас я тут залезу, солнце сфотографирую. Вот где качели у нас, стол, тарзанки. Ну и повыше маленько. Вот это все строение-то какое. Все на бетонных столбах. Вообще. Ну-ка. Как? Что-то головокружение от успехов. Вот так. Ну, кажется, луна, видать. Не знаю, видать или нет будет. Вот она. Восьмое. Завтра 9-е. Послезавтра мы выезжаем. 10-е. Голубоглазая пришла сюда, а? Идет белый. Да нет, это не белый. Это буска идет, буска. Надежда Васильевна здесь царствует. Сусанна. Вот я вижу, к горизонту солнышко подходит. Это неописуемая красота. Тишина. А еще теперь вот мы пруды с этим вот озерцом, получается, вот посчитаем, озерцо вот это раз, Южный 2, Симаковский 3, Храмовый 4, Храмовый 4, Камогорьев 5, Рыжковский 6, второй мостик 7, 7 прудов сделали. Все это зарыбили почти везде. Ну и, конечно, труда положено. 1280 свай забили только. Молот 11,8 килограмма. И каждую сваю минимум 20 раз надо ударить. И бульдозер. Вот. То есть в общей сложности больше миллиона ушло на дорогу, на все. Это все государство должно делать. Но государство у нас бедное. У нас беднее, которые есть. Вот, допустим, Америка бедная. Израиль, ну, туда деньги гонят, чтобы поднять у них промышленность. Так понимаются люди. Наша доброта. Понимали Алжир, Конго, Кубу. А теперь Израиль и Америка. Самые нищие. А мы еще тут. Мы привыкли. Если не работать, шабаш. Вот как березоньки видятся. Вот пока я разговаривал, вот сидят, подошел белый и синеглазка, и буска, вот она. А где же рыжий-то? Рыжий, рыжий, рыжий! Паля, паля, паля! Пали нету, сейчас я покрещу. Вот как садится тут ребятишкам. Паля, паля, паля! Паля, паля, паля! Сейчас, 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 подожди. Паля идет. Рыжий, рыжий, иди сюда скорее. Иди скорее, рыжик мой. Иди, иди. Иди, рыжий, иди сюда. Паля несется. Паля идет, хвост трубой. Иди, Паля, сюда, красавица пушистая. Хвост как у лисы. Паля, иди скорее, Паля, иди скорее. Вот там три, вот четыре, пять, и там рыжая, шесть кошек. Ужас один. Ну, все сытые, здоровые, поедем в город, дадим объявление. Трех могу отдать, самых здоровых.
которые больные, пальца повредила голову от удара, и отдать не могу. Та старая, кому отдашь рыжая? Вот это никак. Ну и этот слепой родился, долго был. Вон он, белый. Вот солнце как. Почему оно, говорит, большим делается? Ну почему? Близко к земле больше приходится через кислород, это через атмосферу идти, и так увеличить. Не солнце увеличивается, а мы видим, как в увеличительном стекле этот воздух. Ну, может быть, я не так объясняю, но смысл в этом. Если над нами 10 километров, а так-то мы видим не 10, а сколько оно тут охватывает до горизонта-то. Когда оно... Вот так. Все, рыжий сюда идет. Все, подошел. А синеглазка идет. Вот она где. Вот они. Все. Не упадешь, балуется, еще делает его. Ну, синеглазая, это еще. Ну все, надо идти. Вот это я где живу. С этой стороны не видно еще было. Виктор Николаевич тут трубу поставил, лестницу. Вот она как. Спасибо, Христос, труженик. Уехал далеко. Вот солнце уже наполовину зашло. Вот я показать хотел, как оно уходит. Поднялся на этот постамент. Вот они, ребятишки, на тарзанке. Вот они. Ну, веревки тут железные. Еще провод стальной. Рукой держаться. Ну, вон как там. Кольцо в кольцо. А вот эти-то качели-то, это на шарнирах. Это Володин домик. Бывший Калашников. Обихоженный. Михаил Кальмаев там все построил. Сколько можем принять людей. Надо в бедности жить красиво, интересно, не роптать, никого не ругать и быть во всем экономным. Я говорю о том, как у нас есть. Именно так. И считаю Потеряевка зажиточная деревня. А почему? Все есть. Дети учатся в институтах, в городе. Вот так. Сколько у нас уже там было, вот и закончили. А которая здесь заочно учительницей стала, Людмила Анатольевна Петеримова, стала Янчук замужем, а потом и институт кончила. Так что, ну, все на законном основании. Солнце уходит, уходит за горизонт. Ну, вот если земля плоская, куда оно уходит? Где-то плоская, а сейчас там говорят, а у нас оно в зените. Где-то говорят, а у нас только восходит. Не тот плоско, придумали плоскоземельцы это. Ну, насмешка просто. Ложь такая, ложь, что доказывать ничего не надо. Нет, на своем настаивают. Ну, а дальше надо лгать, что космонавты не летали. Паля сидит, Паля. А на нее Буска нападать хочет. Паля, иди сюда. Не бойся ее. Держит в страхе. Согнулась это. Она ее гонит. Вот покажу еще солнце. Посмотрите, как оно. Вот оно. Какая булка хлеба, сказать, шанги. Скрывается за горизонтом. Горизонт. Лучшее доказательство, что Земля шар. Ну, а остальное тут уже домысливый. Вот оно как выглядит. Я сейчас повернусь дальше, покажу, как березки выглядят. Березки. Отсюда сегодня не очень видно. Вот в потемках, когда... Желтое-желтое, там он видно. Вон, за Володей вот это, околки у нас.
Ну, еще здесь дальше, еще видать. Вот так, такая шаньга из печки. Красота какая. Вот я не могу держать, вот рука трясется, но это увеличено так. Вот она уходит, уходит, уходит. Все. Погасло светило. Осталась краснота. Атмосфера. Все. А теперь что? Ужинать. И готовиться. Послезавтра мы поедем. Я должен слазить. Сейчас здесь. Вот так. Пошли, Павел. Боком обошлось все. Вот здесь, где мы озерцо-то делали, прорубили. Вот как далеко друг от друга деревья тут. И туда дальше, как просека, чтобы ветер не задерживался. И закисать так не будет уже вода. Вот все.